Бывший советник Дональда Трампа по международным делам Картер Пейдж направил в ОБСЕ жалобу на нарушение избирательных норм кампании Хиллари Клинтон. Летом Пейдж прочитал лекцию в Москве, и штаб Клинтон сразу же обвинил его в каких-то связях с Россией. Причем голословно обвинил. По словам Пейджа, там заказали статью на одном из популярных порталов и даже наняли детектива, чтобы собрать информацию о его частной поездке. По мнению Пейджа, серия личных атак была нацелена на отвлечение публики. Они произошли фактически в то же время, когда было опубликовано и изучалось содержимое личной почты Клинтон.